студент по-владимирски в Академическом театре драмы «Долгожданный капустник» «Тень театра». Режиссер Владимир Кузнецов – это его второй опыт постановки капустников. В репертуаре Кузнецова, как правило, серьезные драматические спектакли. Подобное хулиганство на сцене – отдушина. Тема этого капустника – мистическая сторона храма искусств, приметы и непременно шутки на театральную тематику. Если актриса войдет не со служебного входа в театр, а с главного, она обязательно в скором времени забеременеет. И вот представьте, что бы было, если бы все актрисы у нас зашли бы через главный вход. У нас бы был такое, понимаете, родильное отделение. А что такое родильное отделение? Это страшный сон нашей дирекции. Вот мы в этом, понимаете, пытаемся искать какие-то вот эти смешные моменты, смешные ритуалы, они иногда глупые. В «Капустнике» прослеживается тема с рекламой и желанием актеров подработать. Так вездесущий слоган «Покупай Владимирское, покупай свое» обыгран артистами даже в самых неожиданных сценах. Например, актеры просят Ленина отменить режиссуру из-за неравноправного распределения ролей, но не тут-то было. Как и прежде, «Капустник» объединяет тренды и вирусные ролики, всем известная реклама в интернете, на сцене владимирской драмы. Маката, все бананы забрала, жил, жми уверенней на кнопку, больше поднимай бабла. Фигуры Ленина и Сталина, Рузвельта и Черчилля высмеиваются острые политические проблемы взаимоотношений между Англией, США и Россией. Конечно, санкции и то, что Россия может отнять у наших коллег систему Станиславского. Ее признают по всему миру, следуют ее заповедям. Значит, система наша? Нет. А налоги вы с этой системой нам платите? Ну... Давно. Давно. А вот мы запретим играть по системе Станиславского вам, пока не заплатите весь долг. По давно сложившейся традиции на «Капустнике» награждают сотрудников медалями за преданное и пламенное служение театру. Этой чести удостоились пресс-атташе владимирской драмы Светлана Игнатова и заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев. Для него это признание одно из важнейших в жизни. Мечты сбываются. Я всегда... почему-то верил в то, что я сыграю Воланда в «Мастере Маргарите». И вот совпало. Сейчас в июне премьера и репетирую Воланда. Или я, например, очень хотел играть в свое время старого Каренина. Ну, надеюсь, что так и будет. Впереди у артистов фестиваля гастроли, новые спектакли. Одна из главных премьер – мистическая «Мастер и Маргарита». Спектакль пройдет в 2 дня. Подобного опыта еще не было. «Мастер и Маргарита», часть первая, «Мастер», 6 июня. И «Мастер и Маргарита», часть вторая, «Маргарита», 7 июня. То есть спектакль будет идти в 2 вечера. Необычное для нас решение пространства театрального. 22 июня в 22 часа мы должны сыграть «У золотых ворот» спектакль «Андрей Боголюбский». Я надеюсь, что это станет традицией. А уже в сентябре перед зданием театра появится памятник провинциальному актеру. К 18 числу должны сделать и светомузыкальный фонтан. Такое благоустройство территории станет подарком не только для владимирцев, но и для участников фестиваля «У золотых ворот». Он стартует 18 сентября. Евгения Палагина, Стас Трегубов, «Губерния-33».